Ребят, я обещал вам немножко показать то, как происходит вот эта выгрузка помидор. Вот на данный момент вы видите, как мы проходим анализ. То есть там же на весах подъезжаем под такой навес. И значит, в этот момент, когда он засовывает в помидоры выборочно, причем где ему угодно, такой цилиндрическую пилу, так сказать, она закрывается внутри, на определенную глубину проникает вниз, закрывается и вытаскивается выборочно там около 20-25 килограмм помидор. Значит, данное количество помидор высыпает в пластиковую коробку. Парень убирает это все. И внутри, к сожалению, внутри я уже не мог вам это снимать, потому что ну нельзя это делать, да и снаружи, наверное, нельзя. Значит, этих 25 или 30 килограмм помидор мы возьмем в какую-то, на такую специальную, как будто платформу, весы, точно до грамма оно все там взвешивается. И он делает 4 или 5 таких отборов, как бы. Первый ему пишет: откинь зеленый, он там 3-4 зеленые откинул, потом откинь какие-то с дефектами, ну и каждый дефект, или откинь камни, если есть, или какая-то грязь. И, соответственно, перевешивает это все и умножает на общий вес, то есть отходит где-то тона 200, фактически они выбрасывают, потому что то, что показали в этих 25 килограмм, как бы среднестатистическое это отходы. И все, и там уже не докажешь, что в другой ванне были лучше помидоры или хуже помидоры. Они так делают этот анализ, и, соответственно, вот это вот все отходит. Причем то, что они зеленые или какие-то с дефектами помидоры отбрасывают, и, конечно, вы понимаете, что они их не выбрасывают, они их продают. Значит, дальше мы подъезжаем под канал разгрузки, потому что эта фабрика маленькая, на некоторых фабриках мы там все персонал делает, а в этой фабрике мы все делаем сами. То есть здесь только два канала, бывают фабрики на 4-6 каналов, но здесь только два. Вот подъезжаешь бортом, с которой стороны у тебя вот эти вот лючки для разгрузки, подъезжаешь в притырочку к каналу. Я еще так все время загибаю кабину, чтобы возможно было выйти, потому что у меня с водительской стороны, если стать ровно, то невозможно потом выйти с машины. Ну и когда он уже нависает над вот этим получается водой этой, уже потом мы все это сливаем прямо в воду, и оно сейчас там я дальше вам покажу, под подземными каналами идет на те подъемники, которые вы видите сейчас слева. Вот там дальше девушка разгружает, она на тракторе приехала. Многие такие небольшие сельскохозяйственные фирмы, они возят прямо своими тракторами, потому что имеют поля поблизости, и не приходится им нанимать вот эти тягачи, полуприцепы, а делают это самостоятельно, так сказать. Экономят на транспорте, если количество позволяет им перевести, потому что, конечно, они могут взять намного меньше. Кстати, приезжают молодые люди, девушки, и Виталий, вот это я когда-то вам расскажу, по Б-категории на таких тракторах ездят. Трехосные трактора грузят там по 20 тонн, это Б-категория разрешает движение на таких транспортных средствах. Ну все, у меня началась разгрузка, я поднимаю передок, разгружаю с передней ванны в сторону хвоста, потому что так поднимается, и эти лючки находятся в задней части ванны, и оно быстрее сбегает по наклонной. Ни в коем случае не делаю это в противоположном направлении, потому что потом тяжело смыть. Ну вот они падают, эти помидоры. Канал, не обращайте, кстати, внимания на то, что вода очень грязная, потому что эта вода только транспортировочная. Она совсем не
используется она только по кругу. Там внутри их моют, моют много-много раз и все отбирают, чтобы вам потом после моего видео не страшно было кушать соусы и помидоры. Вот, они, видите, сверху они стекают. Вода их достаточно классно смывает, очень быстро. Время такой разгрузки — это где-то 28 тонн смывается за 20-25 минут. То есть достаточно эффективный способ. И вот каналы, видите, под металлом накрыты. Вот эти каналы проводят спереди машины и вдоль туда заворачиваются и выходят на вот эти ленты. Та ленты заносят туда, там много есть барьеров проверки, и ленты заносят внутри, там такие бассейны за этой будкой, вверху бетонные бассейны, с которых уже фабрика себе потихонечку тянет. А вот здесь вот камни, все отходы, которые тяжелые, камни, металлическое что-то, интересно, видите, идет лента такая, гребенка, она идет по каналу в противоположном направлении потока. Соответственно, все, что падает на днище канала, вот эта штука. Все, везде пусто. Осталось сейчас только позакрывать вот эти штуки, люки, люки, так сказать, и можем ехать дальше. Ну, здесь чуть осталось, но не буду я опять включать.